всем огромный привет, Мирабан. Мы в лифте. Сегодня 3 июня, а это означает, что у Мариуса день рождения. Да. Спасибо, спасибо. Дети тут тоже рядышком. Неслихан приехала за нами, едем в крутое место, будем завтракать. Это очень красивое место. Всем огромное спасибо за поздравление, что вы Даню поздравляли. Дань, скажи тоже спасибо. Да, спасибо. Очень приятно. У нас столько добрых, хороших зрителей. Прямо не верится, не верится. Спасибо вам большое. Видите, сколько на свете хороших, добрых людей. Погода сейчас вам, я вам скажу. Ну, по ощущениям 26 градусов. Время у нас 10 утра. Неслыхан нам уже 8 утра написала по-турецки, что в 10 утра заедет за нами. О, прям такой ветерок свежий. Приятно. Выспались хорошо. Поэтому в Турции стали рано ложиться спать. За день так... Ну, даже нельзя сказать, что выматываемся, но как-то то ли это погода, то ли эмоции. Ну, как-то рано засыпаем, да? И рано встаем. И рано встаем, да. Мы молодцы. Как говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Подает. Подает. Ага, вот. А, вот, Неслихан, видим. Тут во всю дорогу делают нам красивую. Очень хорошо. Оп-оп-оп. Да. Неслихан, Неслихан. Мираба, Мираба. Давай там. О, сынок. Бугюн. Да, да. Едем, едем. Оп. Да. Видишь, как мы тут? Качаешь? Все рядышком. 1 июня, 3 июня. Да. Отурся на туши. Ну, все поместились. Можешь туда, да. Ир, как это место называется, куда мы едем? Панда парк. Панда парк. Панда парк. Супер. Супер, супер. Мы же никому не говорили, что у тебя день рождения. Да, мы держали секрете. А Неслихан как чувствовала? Она как чувствовала и написала сегодня. А поехали в Панда Парк. Да, да, да. Классно получилось. Фарида завтра приезжает. Я сейчас в своем переводчике перевел, хотел Неслихан сказать, что сегодня жарко. И как вы думаете, переводчик программа перевел, что сегодня землетрясение. Представляете? Да. Не дай бог, не дай бог, не дай бог. Так Фарида много рассказывала о том, что она готовилась к экзаменам на автовождение. И ей переводчик все время переводил абсолютную билиберду. Нирвана Тавер. Да. Мы тут, по-моему, не ходили, мы другой Нирвану ходили. Ой, сегодняшний ролик выйдет у нас, дай бог, вечером. Вечером. Вчера у нас был выходной день. Решили, что отдохнем, не будем снимать. Хотя у нас рядом с нашим домом есть пятничный рынок. И мы с Ирой прогулялись туда. И, конечно же, я чуть-чуть для вас снял там тоже. Думаю, вам будет интересно посмотреть. Но мы следующую пятницу, когда пойдем на рынок, я более подробно, так атмосферно вам постараюсь подать вот этот наш рынок вторничный. Дом-гюнин, котлы олсун, Мариус. Да. Я перевожу дон-дон-дон. Дон-дон-дон. Да. Я Мариус. Качаешь, Мариус? Сколько лет? Да, да, сколько лет? Ну, сколько, скажи, 25, скажи. Да. Да, да. Мы с каждым годом молодеем. Никаких тут... Он всякий, да, вот, вот. Ой, говорит, 18 мне. 18 мне уже. Да. Забирай меня скорей, лазим на товаре. И целуй меня, где 18 мне уже. София Скорпион. Выехали на трассу. Эрдемли Мерсин Адана. Автобан.
дороги в Турции очень хорошие. Вы представляете, от нашего, ну, хотел сказать, дома, нет, из Мерсина до Каппадокии ехать 2 часа на машине, всего лишь 2 часа. Как-нибудь съездим с вами, погуляем. Мы там не были. Будет очень-очень интересно. Ну, впереди какие горы. Лучше гор может что быть? Только горы. Только Мариус. Надеюсь, будем много путешествовать с вами вместе, открывать Турцию. Yeah. Столько красивых мест. Туда надо еще будет съездить. Yeah. И, наверное, это скоро будет. Вот такая трасса. Аэропорт тоже там, вот в эту сторону. Скоро откроют уже, обещают. Международный огромный аэропорт в Мерсине. Он будет второй после Стамбула. Ой, не знаю, камера передаст, впереди такие красивые горы. Эта дорога, Руслан сказала, в Адану, в Анкару. Да, 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 эта дорога идет. Шикарные дороги. Да, очень хорошие. Турки молодцы. Вчера мы на рынке были, насколько они доброжелательно. Зашли в пекарню, там вот хозяин турок. И телегу взял, и там помог поставить, и все, вот даже в телегу, да, вот мы что купили, открыл, помог. Ну, такие прям открытые, доброжелательные. О, какой тут едет. Сколько всего нагрузил. Ну красиво ведь. Даниил. Как-нибудь сходим. Да, а прикинь, там будет 26-го года World Cup. Мы слыхан. Пирас Ачик. Тама? Окей. Да, огромный. Жарко. Это пенджере? Был пенджере? Эвет. Джам. Джам. Эвет. Ачик? Мерседес, да. Джам, стекло. Да. Джам, стекло, пенджере, окно. Сколько пальм красиво насажено, очень красиво. Подай мне. Прямо едешь и любуешься. Очень красиво. Да, очень. Как тут
тоже красиво все, зелень, зелень, такие небольшие домишки. Ну, сосны. Представляю, какой запах у них идет. О, как красиво. Красота. Писали в комментариях, что хотели бы, вот Baltic Star, да, писала нам комментарий, что хотела бы посмотреть и другие районы Мерсина. Мы обязательно с вами съездим и посмотрим. Вот сейчас обустроимся и с вами будем гулять по Мерсину, и не только по Мерсину. Нам бы сейчас изучить бы свой район, да, посмотреть с вами. Теджи бы с вами буквально чуть-чуть посмотрели. А потом посмотрим и другие части районов и то, что тут вокруг Мерсина имеется. Вот как сегодня, например. Мы же выехали с города и едем в классное место. То ли еще будет. Мачера парк. Ну, сколько машин. Но турки вот любят утром ехать куда-нибудь и вкусно позавтракать. Ой, как хорошо, тут прямо горный воздух. Тут видите, все пейзажи. Очень вкусно. Ага, футбольный стадион там. Кто хотел на лошадках? Я. Ну, вот. О, смотри, тут на этих штучках с гор. Надо вначале позавтракать. О, лошадки! Это пони. Настоящие? Ну, настоящие, конечно. О, пони, это пони. Вот. Это маленькая лошадка, которая еще растет. Сколько мы ехали? Минут 15? Ну, минут 20, наверное. 15-20. Мы сейчас позавтракаем. И тогда покатаемся тут. И тут развлекательный парк такой. Для детей все продумано. Ну, тут в тенечке-то хорошо. Сейчас. Мраба. Мраба. Так, идем.
Böyle. Görüşürüz. Buyurun yukarı buyurun. Bir kahvaltı yapalım da. О, какой столик. Сейчас будет вкусный завтрак турецкий. Двадцать третий столик. Садимся тогда. София, наверное, не сможет кушать, потому что смотрит на лошадки. Все. Kahvaltı 3 kişilik, evet. Çocuklar çok. Serpme geçtik. Evet. Anneciğim, çocuklar. Что мы заказали? Три завтрака. Три завтрака. Три турецких завтрака. Сейчас увидите, какие турецкие завтраки. Тут полный стол будет у нас сейчас. YouTube, да. Ну вот еще один подписчик у нас добавился. Подошел официант, спросил, как название нашего канала. На заднем фоне вовсю кушают, завтракают. Хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Все, несут. Сейчас тут свободного места на столике не будет. Вот с такими тарелочками все заставят. Сыр, грибочки. Опа. Вот это вот не знаю. Ну это понятно, вкусные помидорки, огурчики, оливочки, естественно. Ни один турецкий завтрак без оливок не обходится. Там мед, масло. А здесь буны. Ой, как вкусно. Пищи. Пищи. А, это же турецкий какой-то. Ага, потом попробую. Это только одна порция. Сейчас будет пищи. Это только одна порция, да? Королевский. А, два. Это жареное, как пончик такой. Да? Его в мед макать, а мне нельзя, нельзя. Сладкое сейчас. Но это будет очень вкусно. Ну вот пончик. С медом, да. Угу. Нестехан сказал, что это специальное турецкое тесто для жарки. Котлетки. О, котлеты. Но если это все съесть, можно лопнуть. Сучок. Сучок? Сучок. Это колбаска такая. Колбаска. Колбаска турецкая. Так, это вот колбаска. Что обычно? Я на самом деле необычная. Потому что у меня вот... Ага. Это что у нас? Менемен. О. А будешь? Давай мне менемен. Ладно, давай имениннику. Не, не хочу кушать. Я успею. А менемен, это получается нам вот так, на троих, каждому, да? Наверное. София, вот такой менемен, это яичница менемен.
София. Угу. Попробуем на камеру миномен. Он острый. Да. Сочный. Угу. И омлет тут тоже. Очень вкусно. Но кто остро не любит, тогда, наверное, надо сказать отдельно. Надо, да, заранее. Заранее говорить. Всем приятного аппетита. Афиэт олсу. Заказал латте себе. Презент муха. Муха с латте. Давай сюда. Давайте выпьем латте вместе с мухами. Мухи, мухи. Вкусно. Как по-турецки мухи? Синеклер. Синеклер. Какое романтичное слово. Синеклер романтика. Да. Очень романтично. Ну, латте они тут вкусно делают. Ну что ж, тервис секс. Всем здоровья, успехов, счастья, чтобы все у всех хорошо было. Это самое главное. Здоровье это самое главное. Ой, а тервис секс по-эстонски означает на здоровье или за здоровье. Так что всем здоровья. Эвет, эвет. Вот посмотрите, мы все уже позавтракали. У всех животы полные. И сколько еще осталось? А София ждет лошадок. Ты посмотри, что на слыха что-то очень вкусное ест. Она вот эти, это финики? Наверное, я не знаю. Что-то я не узнаю. У вас в гриме. Так, и чем мне положить? На булочку? Подождите, это же эфтали, это же абрикосы, по-моему. Вкуснятина. В общем, это очень вкусно. Я это вижу. И сейчас я это узнаю. Ира говорила, сладкое нельзя. Да. Из чайко. За ваше здоровье. Вот тут паркур, паркур. Вот так дети будут тут лазить по деревьям. София, ты будешь? София ждет только лошадок. Атлар, атлар. Да. Вот такая страховка одевается. Билет. Ир, ты тоже пойдешь? Билет на лошадок, да, я тоже да, пойду. Да, пойдем. Иди, одевайся. А я после пойду на лодочек. Мы пойдем на пони кататься. Вот такой незамысловатый билетик для исполнения мечты. Да. Так, это надо. Это надо вот туда. Туда идти. Пони. А пойдемте отсюда, можно зайти. Хай, Зейнер. Ома. Оп, оп, оп. Good night, then. Good night, then. Так. Смотрите, там принцесса София. Ага, пойдем. Пойдем, пойдем. Ой. Вот тут пони. Почему нет? Можно, а спроси, я думаю. А я не знаю, как спросить. О, София, сейчас будешь кататься, видишь? Я выводят. Смотри, смотри, София, вот, вот. О! Привет. Какой пушистенький.
Мыть надо, ничего. Ты хочешь помыть? Помыть. Чё кататься? Это неинтересно. Давай ей... Сейчас он, наверное, сделает. Карамель. Он весь в карамеле. Весь в карамеле. Пристегнули тебя? Жарко. А давай, на самом деле, я сейчас спрошу, можно ли помыть. А, видишь, там можно с горок потом тоже. Да. Он сейчас будет делать, Ир, смотри. Сейчас. Окей. Сейчас все сделает. Окей. О, видишь. Так его место не надо. Она лежала просто? Лежала, да. Еще и будут еще копыта вытирать. Копыта тоже надо. Йо, сейчас мы тебя причешем. О, там. Сколько шерсти. Да в тенечек. Мама, я могу... У меня как голубые глаза. Сколько шерсти. Сейчас начистят вот так. Жарко тебе, жарко, но. Ой. Говорит, отойди. Отойди, да, говорит. На солнце жарко стоять. Мы ее не будем долго, чуть-чуть. Да. Она отдыхает. В тенечке отдыхает. Вот так. Ты красавка. Это девочка. Карамелька. Come. We start from the second step. Там начнется. Вот сюда встань, на ступеньку, и тогда удобнее будет залезть. Сейчас поможет. Держись крепко. О! Все, Воланю. Вас даже не догнать так быстро. Папе не догнать. А я сейчас с той стороны навстречу пойду. Давай. Ну, у Софии мечта сбылась. Итак, 100 кругов. О, ты уже сама.
так было приятно кататься на лошадках. Еще хочешь? Да, ухаживать. Только не на фоне, уже на большой, на черной этой. На черной большой лошадке. Да. Но они пока используют только карамельку. Ну да, да, только карамельку. Ну ничего, у Мерси не найдем, вот да? Где у них тоже лошади. Мы уже нашли. Уже нашли. Адрес записан. О, как хорошо. А теперь я хочу покататься. Давайте пойдем посмотрим, как Даня с другом там да. лазают. Ой, на солнце-то как. София сказала, что если посмотрит это видео, еще захочет. Конечно. Сейчас посмотрим, как когда они там с другом. О, Лего каждые выходные можно собирать. И на русском есть. Веревочный паркур 150 лир 45 минут. Все? А, вот они. София, хочешь полазить? Не хочешь. Как вы думаете, мне может тоже залезть тут на паркур? Вот там. Идут, ползают потихонечку. Видите, какой народ активный. Уже утром. С детьми сюда приезжают, да. Молодцы. Быстро. Ama hangisi bilmiyorum. Babasınki de var bir tane. Foto nam принесли. Да, такой прямо сосредоточенный. Да, и София тут. А это не София, я думал, София. А, чей, Кимси? Нет. Это нет, вот у нас. Нет. А мои сердца запаличики. О, красиво. Верхом. Красавчик. Красавчик. Да. А Даня покажет? Да. Не, красиво. Да, супер. Ирина, София, Лисим, ты хочешь сфотографироваться? Красивая фотография, чтобы рамочку, да. Давай. Да. Надо, я с тобой пойду. Да.
Ира сказала, что тоже сфоткалась с Софией. Красотки. Красотки. Это для всех мой поцелуй. Для всех, кто нас любит, кто нас смотрит, кто пишет хорошие, добрые комментарии. Вам все 100 крат вернется, все доброе, что вы делаете. Да, это так. Это так. Всегда правило работы. Прическу делают. Ира София прическу красивую. Я разрешила. Она обычно хочет только хвост и все. А сейчас она разрешила, и я вспоминаю, как это все делается. Дэниел. Говорит красиво. Вот и результат. Поверни голову, София, покажи сбоку. Я еще сейчас подрасслаблю косичку. Подрасслаблю. Вот. А с другой стороны, так надо поаккуратнее. Ладно, покажи две. Сына. Сына, шляпу. Нестехан, красиво, шляпа красиво. Вот так. Так, теперь мы пойдем тоже покатаемся где-нибудь. О, вот там. Вот туда как раз нужно. Высоко. Да? Волк и 7 козлят. Скажи, ой, палка-палка. Скажи, нет, не то, не то. Не то, не ешь. Сейчас выплюнет. Дай мне. Неужели съел все? Ты всеядный? А? Мальчонка. Пойдем. Ой. Короче, он любит оливки и сыр. Понятно? Зайтин в пейнир. А мы тут его какими-то... Непонятно. И железу. И железу, да? Тоже грызем. Да, вот так. Зубы чешутся, да? Чешутся, ага. Ты такой хорошенький. Да? Прям как из мультика. Эй. Это что с тобой случилось? Жизнь тебя потрепала, дорогой мой. А? Что это такое вообще у тебя? Что за шишка? Я такое впервые вижу. Драку в лес. Смотрите, там кролики. Спят кролики. Кролики спят. Вот такая горка тут. Классно вот тут так скатиться вниз с ветерком. Сейчас я вам покажу. Но сегодня туман, поэтому Мерсин город не особо виден. Ага.
Вот такой круг. Какие сосны прекрасные. Прямо запах такой идет от сосен. Вот этот трос поднимает обратно эти круги. Не знаю, я сюда, наверное, не помещусь. Как сяду, так и останусь там. Fast. Fast. Давай, София, на быструю. Я и не знал, оказывается, это быстрая горка, а это помедленнее. Тут, видимо, шарики быстрее крутятся, тогда скорость побольше будет. Ну что, София, давай. С ветерком. Ой, посадили меня тоже. Ага. Ну что, с Богом. Оп, прилетел. Ой, классно, прямо с ветерком. Вспомнил молодость свою. Ой, как хорошо. Так, вот еще где-то было что-то интересное. На тросе можно тоже опускаться вниз. Классно? Круто, круто, круто. Bir zabağı. İrina, sen çek. Evet, evet. Bir. Bir. Evet. Готовят их на прыжок, на прыжок. Там уже высоко будет. Ира, страшно тебе? Да. Страшно, я иду все равно.
О, холодный сок. Вкусно, София? Прям очень. Все, парашют снимают. Чокаем. Турецкий лимонад. Не такой, как в Эстонии. Но... Какой вкус попробуй? Как вкус? Не знаю. Ну, сладкий. Сладкий, да. Сладкий, да? Очень сладкий. София влюбилась в Понечку. Карамельчик, или как там? Карамелька. Карамелька. Сейчас ребята тоже хотят с карамельчиком покататься. Сейчас Берхам пойдет. Поехали. Даня, ну для тебя это слишком маленькая. Интересно? Вот такое классное утро у нас с вами получилось. Счет получился 615 лир. На самом деле счет должен был получиться у нас 1100 лир. Но так как тут работает кузен мужа Неслихан, нам сделали очень хорошую скидку. Супер! Мы скидки любим. В машине сейчас сауна. О, еще и в баню сходим. Ой, как парилка. О, очень жарко, да. Все нормально. Все, дети подружились. Сюда ехали молча. Сейчас уже, видите, играют. Ехали на пляж.
представляете, мы за все эти дни первый раз только на пляж едем. Парк. Ага, сейчас припаркуемся и пройдемся на пляж. Это не наш пляж, не в нашем районе. Чуть-чуть дальше. Посмотрим, какой тут пляж. Какие пальмы, пальмы, пальмы. И все цветет. Морской воздух какой тут прям ощущается. Гараж какой. Машина для детей. Берхам сейчас выедет из гаража. Все, у Софи жених. Жених будет катать Софию. Все, едем на пляж. С ветерком, София. Вот посмотрите, комплекс находится прямо около моря. Какой сад красивый. Внутренний сад. Прямо у моря. Вот такие комплексы тоже имеются. О, звук моря как тут слышится. Все, Софию увезли. А, Ир, Софию увезли. Да. Вот так. Слыхан об этом говорит. Только вот у балкона выходит, да? Прямо, да, вот эти балконы выходят на море. Ой, какой воздух. Жалко вам не передать вот это воздух. Я слышу навоз, ну какой навоз? Это бассейн большой. А, вот. Сейчас бы... Хотел на велосипед сесть? Да. Я же хочу себе велосипед. Ну вот. Он меня и нашел. Сходим как-нибудь, выберем себе велосипеды. Какая красота. Прямо у моря. Наслыхан сказала, что накормит нас вкусным мясом. Смотрите, как море соединяется. Одно зеленое, а другое синее. Да, это цвет моря такой. О, кстати, люди купаются. Это, кстати, там, по-моему, синим больше сахара. Ну, не сахара. Соли, да. Зеленым меньше. Ну, пойдем посмотрим, как купаются. Вот нам сюда. Да, я пойду море сниму. Как хорошо. Вот люди купаются. И вот набережная идет. Вот. И идет туда, прямо аж в центр Мерсина. Ой, какой запах. Какой запах классный. А мы еще не купались в этом году. Ой, как хорошо. Да. Релакс. Песок горячий. Попробуй. Теплый?
Благодать, благодать. Есть такое слово на русском? О, турчанки у нас под деревом сидят. О, а я уже и забыл, что Софию-то увезли. Приехали обратно. Как, София, покатались? Нормально, я бы хотела. Я бы сюда бы, вот так. И Даня бы сюда бы. Прикольно бы. Зачем тебе Даня? Женихом катайся. Видишь, рассказываю тебе про машину. Скажи, что красивая машина. Ой, на качелях тебя покатает. Ну, садись. Баскетбол. На баскетбол тебя зовет. О, на машине тебя отвезет на баскетбол. Потом их защищала мама и папа. Все, ну давайте на баскетбол. Да-да-да. Где твоя невеста, турчанка? София уже жениха нашла себя. А ты что ждешь? Время теряешь. А? Никого. Вот мы видим никого, да? Так вот и спрашиваем. Ничего, не торопись, время есть еще. Ой, да. Я хочу купаться. Купаться? Так нету плавок. Мы отдельно приедем и будем купаться. Мы еще приедем. На наш пляж сходим. Там поплаваем. А твой жених где? Твой жених где? Нет, я хочу наших подписчиков пригласить сюда. Мы все пообщаемся. Ой, хорошо. Как ты вчера там или позавчера пела песню? Бабушка рядышком с дедушкой, словно жених и невеста. Бабушка рядышком с дедушкой. А теперь по-турецки, теперь по-турецки давай. Бью камне, бью к баба. Я не знаю. Итак, 2 часа будем на качелях. Вы же хотели подлиннее ролики? Вот будет вам подлиннее. Ничего, скоро у нас будет и по 2 ролика в день. Дай бог нам. Мы эти качели с тобой не сломаем. Наверное, пока держится. О, приехали, София. Ой, довольная какая. София, вам надо машину мыть. Молодец. Так она и моет машину. Чисти. А там как вы? Где-то вы катались? Я не знаю, кто. Вот хозяюшка. Что-что? Женщина все взяла в свои руки. Уборочка тут уже. Тебе еще одна салфетка нужна? Да, у меня есть подключенная последняя. Чоп. А, там. Чоп. Там есть. Стоп. Чоп.
Абигейлди. Несут что-то нам вкусное. Чили кёфте. Интересно. Я никогда не ела. Это манты. Манты. О, манты. Самса. Şey, şundan var mı ice? İrak roketi называется. Köfte, köfte. Karpuzlu harika bir şey içer mi yani? Karpuzlu ya, limonlu. Limonlu varsa. Hadi otur anne. Coca-Cola. Coca-Cola, üç tane. Evet, başka da ayran var. Evet, ben ayran istiyorum. Hayır. Beş çay. Вот такая турецкая котлета. Ичлик кёфте. Очень вкусно. Очень вкусно. Ням-ням-ням. Тост. Гюзлиме, гюзлиме. Гюзлиме. Гюзлиме, да. На берегу моря. Вот так сидим. Прекрасный день. 3 июня. Что еще надо? Смотрите, как классно. Турчанки играют карты прямо у берега моря. Гюзель, гюзель. Молодцы. Тут вот мужчины играют свою игру. Раба, раба. Это турецкая игра, наверное, какая-то. Раба. Очень хорошее такое место у берега моря. Сегодня ветрено, но теплый ветер. Кто-то даже и купается вот при таких больших волнах.